Всем привет, с вами Прия. Сегодня будет уникальный контент. Ну, во-первых, в 15 по Москве каждый день будет освоение Анторуса, это дело понятное. Но именно на этом видосике, именно здесь и именно сейчас я буду открывать легендарные предметы. Да-да, вы не ослышались. Легендарный предмет на охотника и легендарный предмет на паладина. Рассказываю по поводу того, откуда они вообще падают и как их получить. Такие вещи падают рандомно на того персонажа, которым вы полутали абсолютно все легендарки, абсолютно на все специализации. Таким персонажем у меня является воин. На воина мне упал сначала колчанчик, а потом вещица для паладина. Ну и я буду скрывать их, так как легендарки можно надевать, одевать с 101 уровня, и сегодня 29 число, и легендарки падают уже тысячного эквипа. Я буду заниматься этим именно сегодня. Поехали. Надеюсь, мне упадет что-то классное. А это пылкое желание Кил.ЖД на тысячного эквипа. Пойдем посмотрим, сколько оно дамажит. Интересно. Ну-ка. Так. Сейчас оно откатится. Ну, это сильно. На самом деле. Сколько там ловкости? 5000? У меня на всем шмоте, наверное, меньше. Вот это да. Там, возможно, конечно, сейчас два попадания будет, но я это сразу смогу отследить. Сейчас мы очистим скаду. Я до сих пор еще скадой пользуюсь, хотя надо бы details установить. Момент истины. 4, 3, 2, 1. Пуск. Шлеп. Так, это был крит. И каждый крит дамагнул по 1,5 миллиона. Ну, было два попадания в 3 ляма, 3 ляма делить на 2 равно 1,5. Ну, красиво. Я доволен. А, ну так и написано, наносит 1,4 миллиона урона от огня всем противникам. Вот дурья, башка, читать не умею. Так, идем на паладина, скрываем на нем легендарочку. Возможно, на воина когда-то мне еще упадут такие предметы. И я также повскрываю их на видосики. Да. Ну что, вскрываем паладином. Лут, конечно же, на защиту. И мы получаем кольцо, с которым, если я стою в луже, я получаю на 4% меньше дамага. А у меня и так уже легендарок про лута на небольшое количество, так что полутать что-то по типу ног, нагрудника, цепи, сефуза уже невозможно второй раз, увы. Вот и все вскрытие легендарок, говорится. Ждите новых. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого, удачи вам в таком дропе.